Пусть дорогие зрители, с вами я Мусто, и сегодня мы пройдем новое испытание, связанное с лабиринтом в Evelman. Как вы знаете, я недавно делал обзор новой версии 1.4.0, но она уже обновилась два раза, уже есть 1.4.2, 142, и мы будем проходить лабиринт сегодня. До этого нам пригодятся кроссовки, то можно собрать, но у меня уже все пройдено. Мы просто пройдем, чтобы я мог показать вам путь, куда надо идти. А не может быть не добавить наконец или пасхалку? Я просто спросил у разработчиков, чтобы они добавили про меня пасхалку в игру, потому что игра сама крутая. Вот кидаем. Есть один баг, что можно попасть вот сюда без читов и не открывая жалюзи. Я, может быть, в этом видео еще покажу. До начала мы, наверное, соберем ботинки. Полностью их включим. Но до этого нам надо энергии. Чтобы... Ну, у меня уже кроссовки сами готовы, потому что я же проходил уже игру. У меня все кусочки есть уже, маски. Даже открытки есть. Так, тут ключ. А так, где проводок? А вот как раз и он. Где проводок, я скажу, почему я все ящики открыл, потому что он из всех этих ящиков у тебя спавнится. Из-за этого я все и открывал. Вот сейчас, кстати, я вам покажу еще баг один. Из 1.1. Ой, 1.4.1. Когда вы вот так идете вперед, вы не умираете. Вы просто знаете летите туда. Этот баг Топси рассказывал в своем видео, но. Я не делал такое видео, типа, про багом. Вот тут посмотрим, что у нас тут лежит. Давайте откроем. Мне, кстати, уже новая реально-версия. И я скажу, уже скоро времени, и у меня на канале будут такие видео, как моя карта вот эта. Ну, конечно, она не сильно моя, потому что мы ее с вами с другом моим по YouTube. Хотя сейчас прикол покажу. Типа как попасть с этим штучкам без щитов и без багов. Мы просто открываем крылышек вот этот. Все, он у нас готов. Мы просто посадимся и тут вылезаем. Не знаю, зачем это не делали. Может быть это баг по расчетам. Ну, походить. Хотя они блоки. Просто в прошлой версии, когда они. Там добавили вот это испытание, взрывнул, кстати. Там оно было по-другому. Оно было, как бы, сказать бы. Сейчас я ботинки отправлю на подготовку. А, он ржавый, надо чем-то его починить. Получается, в прошлой версии, когда только добавили взрыв на высоте, там был такой баг, интересно, что можно... Как... О, не бака, а просто они были прозрачными. Они не были блоками, они просто были, знаете, текстуркой. Давайте опять же спустимся этим образом. Опа. Да, багов тут сейчас много. Даже с падением креста. Давайте отправим. Так. А вот. Кстати, может быть, когда выйдет новый чит от Outwit'а, я сделаю такое видео, где я разберу, буду делать такие видео, типа, где я буду разбирать механизмы. Я вот это уже разобрал, ну, на прошлой версии, с прошлыми читами. Вот, я, когда выйдет 1.4.4 от Outwit'а, я вам сделаю такое видео, как я буду разбирать ту мини-игру и лифт. Еще разберу это. Тот стол, который внизу нам. Всем собрали кроссовки скороходы. Или ботинки скорости. И теперь мы идем к следующему лабиринту. Открываем его. Идем вот сюда. Одеваем. И вот нам надо сюда повернуть. Ну, до конца лабиринта. Там сюда повернуть. Там сюда добежать. Сюда повернуть. Будет поворот. Мы сюда поворачиваем. Да, нет. Там надо будет вниз спуститься вроде бы.
Да, вниз. Ай-яй-яй-яй, не успеваю, наверное, да? Я уже не успел. Да, вот. Вытащил. А, не успел. И нет, успел, успел. Смотри. Успел. У нас осталось три прыжка. Ну, не три прыжка, а три скорости. Быстрые кроссовки. Не знаю, почему их назвали. Мне кажется, надо не быстрые кроссовки, а кроссовки и скорости. Так будет как-то логичней. Кстати, тут какие-то баги с текстурками, смотрите, смотрите. Вот видите, шатается вот текстурка, когда я кручу башкой, и тут шатается вот это. Значит, вот это... Тут еще с полом текстурка вот тут. Ладно, давайте поднимемся, только тут есть иногда, что получается подняться, только когда ты поднялся, когда ты присел. Так, тут выходим, у нас открывается этот. Была закрыта. И я вам сейчас покажу еще баг один маленький. Это связанный баг с нашим вот этим подземельем. То у нас находится, когда мы включаем лабиринт и в него бежим. Так, мне надо сейчас его открыть. Мне кажется, уже если этот лабиринт закончился или нет. Вот тут выдвигается вот такая фигня, потому что это две комнаты, они просто вот тут стоят. Одна вот тут стоит, одна под землей. Это баг такой. Вот такая у нас пока масочка. Кстати, тут очень сильно похож, надо еще кусок головы голубя, скажем так. Реально тут похож на голубь. Вот клюв, вот тут где-нибудь глазик, вот так, точечка, глаз вот это. Ну и вот это его головка. Вот видите, такая щель тут идет. Мне кажется, если следующее обновление будет самое крутое, потому что, может быть, следующее обновление разработчики подумают это сделать, а добавят последний кусок маски, шестой. И как я понимаю, вот так это будет выглядеть. Мы вставляем вот сюда, устаем, вставляем граль. Опять вот так голова поворачивается, как всегда. Вот тут текёт вода. Не знаю, какое-то еще испытание дают, пока я не знаю. Например, там убить монахиню. И у него будет кусок маски. Потом, просто, когда мы его поставим, сейчас вот тут где-нибудь почечет вода или отсюда. Ну, мне кажется, больше отсюда. И эту маску можно будет взять. С помощью ее мы сможем пролезть в прачечную. Еще есть один баг с прачечной, сейчас я вам покажу. Это будет уже конец видео, потому что этот баг очень крутой. Как типа попасть в прачечную без щитов. Для начала нам надо просто попасть в эту дверь. Ну, нам это поможет. Нам в этот момент поможет книга. Мы просто сейчас отправляем лифт в монахиня. Да, и кидаем книгу просто ровно вот туда. Ай. Я кидание вот книжек. Вот она сейчас должна открыть дверь нам. Да, вот, открывает. Просто она типа слушает где-то вот тут. Через бокс монахини, что она вот здесь стоит. Вот она сейчас идет в гараж, а нам надо идти в... Опа. Вот видишь, сейчас бокс 01, 01, 01. Прикол. Вот тут у нас кнопочка, а вот видите прачечную. Мы в нее не можем не открыть, не пройти. Как это сделать? Сначала нам надо присесть. Пойти в этот уголок. Да, только этот баг уже исправили. Он был в версии. И так буду было в чехолке прачечной подойти и увидеть разработчика. Ладно, ребят, на этом мы видео заканчиваем. С вами был я, Мотсу. До скорых встреч. Еще услышимся.